Не заряжайся справа. Действительно, впереди еще очень много времени. По-всякому может повернуться. И очень важно сохранить свежесть. И по-прежнему потихоньку изматывать. Отнімати силу у суперника. Певна розгубленість була. От зараз вперше я, власне, і побачив так от між раундами у Маріуша Ваха в цій перерві. Видно було, що все-таки не минулися так просто удари Володимира. Що і варто було довести. І що варто довести в цьому восьмому раунді і надалі. Вот, понимаете, в чем опасность? Очень большой соблазн у Владимира всадить справа. Тем более, что действительно попадает. Но, видите, он и сам много сил тратит. И сейчас Владимир уже сам начинает подуставать. А Мариуш Вах, при том, что еле стоит на ногах, еще способен ударить. И его удары очень опасны. Особливо, якщо на зустріч, це... Ох! Треба, наоборот, відпускати, відійти подальше і пробити відтуда. З другого угла, знизу або збоку. Ну, от переслідує поранену жертву Володимир Кличко. Слишком близько. Слишком близько навалюється Володимир. Трошки не вистачало дійсно амплітуди ударом, але... Нет. Вах суто в глухий захист. Нет, зараз відійшов. Слишком близько. Нет, надо наоборот отшагнуть назад. Как раз сейчас Владимир делает то, от чего его предостерегали. Потому что действительно ему уже надоело, видимо, возиться с поляком. Ему хочется поскорее это все это закончить. Но удары приходятся слишком высоко. В район лба. Вот, видите, а эти удары, они не настолько эффективны. Вот это надто сильное желание завершить бой достроково, якомога швидше, воно злий жарт часто відігравало з багатьма боксерами. Зараз тут контролює бій Володимир Кличко. Але все ж таки треба бути уважним.